Доброе утро. Oh, good morning. Спасибо. Before I start, there are a number of people standing at the back. There are a number of seats available at the front. Перед тем, как я начну, я хотел бы обратить внимание, что позади стоят люди, а у нас еще есть свободные места здесь впереди. Okay. First of all, what I would like to do is to thank Alexei and his team for inviting me here to speak to you today. It's great to see so many people in the room. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Алексея и его команду за то, что они пригласили меня выступить на этой конференции. Мне очень приятно видеть такое количество людей в этом зале. And also to thank Nadia for translating for me. Unfortunately, my Russian is not good enough for this audience. И также я хотел бы поблагодарить Надежду за то, что она переводит меня, потому что мой русский еще недостаточно хороший для того, чтобы говорить перед такой аудиторией. So, this morning I'm going to talk about the challenges that you are facing as logistics managers, supply chain directors, and anybody involved in the movement and storage of goods. So we're going to look at the challenges, but also hopefully some of the solutions that we may be able to use. Итак, сегодня я хотел бы поговорить о тех вызовах, которые стоят перед вами, как перед людьми, которые работают в логистике, перед директорами, управляющими цепочками поставок и тем, как товары движутся. Но также я еще предоставлю несколько вариантов решения этих проблем. And as you can see from the strap line, there may be some unusual solutions as well. Итак, как вы видите из заголовка, я еще предложу вам некоторые необычные решения этих вызовов. So, in terms of the challenges that we are all facing within logistics today. Итак, поговорим сначала о вызовах, которые стоят перед логистикой сейчас. So, companies are being tasked with reducing cost even further to make their products more competitive. Компании сталкиваются с тем, что им надо снижать затраты, чтобы их продукты стали более конкурентоспособны. And those of you who are involved in e-commerce are probably now finding the order profile is changing significantly. Те из вас, кто сейчас работает в электронной коммерции, наверное, заметили, что профиль заказов очень сильно изменился. We are seeing many more orders, but for very few items. Количество заказов повышается, но количество позиций в одном заказе, как вы видите, уменьшилось. And we as consumers are expecting next day delivery, which shortens the lead time for the warehouse in order to pick the orders, pack the orders and deliver them. А как потребители мы ожидаем доставку уже на следующий день, и это возлагает на склады потребность в более быстрой комплектации, более быстрой упаковке и доставке товаров. So companies are tasked with improving customer service, but also having to reduce costs and potentially reduce inventory as well. А также перед компаниями стоят сейчас задачи по снижению затрат на цепочку поставок и также снижение времени на доставку. There is also the requirement to integrate our software systems, our warehouse management systems, our ERP systems, and our transport management systems. А также перед нами стоят задачи интеграции наших программ обеспечения, таких программ, как отслеживание заказов, ERP-систем, а также систем доставки. There is also the cost of land, which is becoming a lot more expensive, and we also have a lot of congestion on our roads, as I found on my journey in from the airport to the hotel a couple of days ago. А также перед нами стоит проблема повышения стоимости
земли и ухудшение дорожной ситуации, как я уже успел заметить на своем пути от аэропорта до отеля. So, there's also this potential move now to inshoring, where countries are now looking to bring their manufacturing back to their own countries. А также мы еще наблюдаем тенденцию в том, что компании стараются переносить производство в их собственные страны. And another big challenge is the shortage of good quality staff at all levels. Еще одним вызовом является нехватка высококвалифицированного персонала на всех уровнях управления складами. Logistics and supply chain is not seen as the work of choice for many people. А также логистика и цепочки поставок не являются желанной карьерой для многих людей. Although seeing how many of you are here today, then hopefully that is changing. Но когда я смотрю на то, какое количество людей сидит в этом зале, я понимаю, что, к счастью, все меняется. And then we also have an aging population within our warehouses as well. So again, trying to replace the older person working within the warehouse who is looking to retire. А также мы сталкиваемся с такой проблемой, как старение населения. Нам необходимо заменять тех людей, которые выходят на пенсию. And the last two points, the integration of automation and robotics. Yeah, we will see a couple of videos on that shortly. И последние два пункта. Также мы сейчас внедряем робототехнику. Я покажу вам несколько видеоклипов позже. And then finally, the environment, the requirement now for companies to reduce their effect on the environment and reduce CO2 emissions. И, наконец, также вызовом являются вопросы экологии. Перед компаниями стоит сейчас задача снизить выбросы углекислого газа и воздействие на окружающую среду. So what are the potential solutions? Итак, какие же могут быть потенциальные решения? Well, we can build our warehouses bigger. We have a UK warehouse on the left-hand side. Итак, мы можем строить более крупные склады, и у нас уже есть один такой в Великобритании. Вы видите это на картинке на левой, слева. Which is built to 35 meters, but it means that we can reduce the amount of land that we require to actually build the warehouse on. Высота его 35 метров, и это означает, что мы смогли уменьшить площадь земли, на которой мы построили склад. So that we can use companies such as Stocklin, who are here today, to provide cranes for storing a lot more product and accessing that product. И мы сотрудничаем с такими компаниями, как Stocklin, о которой мы уже сегодня слышали, для того, чтобы использовать складские краны для того, чтобы можно было оперировать с продуктами. And then in countries like Singapore, Hong Kong, where again land is very expensive, they build their warehouses with multiple floors. А в таких странах, как Сингапур и Гонконг, где земля также очень дорога, наблюдается тенденция к строительству складов, многоэтажных складов. And each of those floors is accessed from outside with having ramps, transportation ramps for freight vehicles to access each level. И для того, чтобы достичь каждого этажа, используют специальные грузовые подгрузчики. Они взаимодействуют со складом снаружи. Okay. So what we have seen recently is an evolution of technology. Although a lot of companies are still operating with paper-based systems, what we're now seeing is a move towards scanning product and using scanners, as we can see there. И сейчас мы видим эволюцию использования технологий. Многие компании переходят от бумажных технологий к технологиям сканирования. But as you can see from the first two photographs, that we are moving from handheld scanners, holding it in your hand,
to having a finger scanner, which means that you have both hands free to lift up the product. И как вы видите, в рамках развития технологий сканирования, как представлено на двух фотографиях, мы меняемся, и мы используем не ручные сканеры, а сканеры кольцой, что значит, что у нас обе руки свободны для того, чтобы оперировать с товаром. And a number of companies are now moving towards voice technology. Также ряд компаний переходит к тому, чтобы использовать голосовые технологии. Where the system will relay a message to the operator's headphones, and he or she will be able to listen to the instructions without any paper or scanner in their hand. Система подает сигнал, и работник может услышать его в своих наушниках и не использовать бумажные или электронные носители. And finally, and we will see a video very shortly, where companies are now, such as DHL, testing vision technology. So the use of Google Glass in the warehouse. И, наконец, некоторые компании, например, DHL, используют визуальные технологии, такие как, например, умные очки Google Glass. Я вам покажу это на видеоклипе. But we also have radio frequency identification, which is currently in the background because it is still a very expensive technology compared to barcodes. А также у нас еще используются RFID-технологии, но их процент очень невысок из-за их стоимости, и все чаще используются штрих-коды. And what we are also finding, because of the requirement for speed within the warehouse, a number of companies are moving away from person-to-goods picking to goods-to-person picking. А также мы наблюдаем, что из-за необходимости повышать скорость, ряд компаний переходит от концепции человек-товар к концепции товар к человеку. So, what I'm going to do now is show a number of videos, because it's probably better than listening to me. You can see the technology at work. И сейчас я хотел бы продемонстрировать ряд видео, потому что, возможно, вам будет гораздо интереснее посмотреть на эти технологии в работе, а не просто услышать мою презентацию. So the first video is a trial that SAP is undertaking with a couple of partners, which integrates voice picking and vision technology. Итак, первое видео – это интеграция голосовых технологий и визуальных технологий, которые предоставляет компания SAP некоторым своим партнерам. Welcome. The time is 6:47 a.m. There are pick requests available. Begin. Incoming pick request for customer 351, 22 items, please confirm. Confirmed. Showing me the pick list. Go to aisle 17, shelf 3. Show item 1. The size for item 1 is 30 by 25 by 5 and a weight of 0.5 kg. It's non-fragile. Pick 2. Two okay. One okay. Pick request confirmed. Pick three. Three, okay. Okay.
order complete. Warning, forklift malfunction detected. Proceed to maintenance area. Okay. Hey, how are you doing? Be sure to set it to DC. What's the voltage? Okay. Reading 12.3, 11.9. Just put both tubes together and you should be fine. Warning! Forklift nearby. Order complete. Pause. So we can see from the video that all of the technologies within the warehouse are linked together. И как мы увидели на видео, все технологии, используемые на складе, между собой взаимосвязаны. This next video again uses camera technology to ensure that the correct orders are picked and dispatched. А на следующем видео я продемонстрирую, как используются видеотехнологии для того, чтобы убедиться, что выбранный товар выбран верно и отдан на отгрузку. So, it is a goods-to-person system. Это технология товара к человеку. And every item is photographed to compare with the items on file. И каждая позиция заказа фотографируется для того, чтобы сравнить саму позицию заказа. So it means that we don't have to scan every single item individually. Для нас это означает, что нам нет необходимости сканировать каждую позицию заказа по отдельности. So that's in terms of people picking within the warehouse and checking. Это все говоря о персонале, который работает на комплектации и упаковке товара. So now we turn towards robotics. А сейчас мы перейдем к использованию роботов. And our vision of robotics at the moment is a robotic arm to pick items. But we will see how this is progressing. И одна из технологий, где используются роботы, это роборука, которая помогает отбирать товары. И мы сейчас посмотрим, как это происходит. So this video is comparing a person using pick-to-light to a robotic system. На этом видео мы можем сравнить, как использует человек технологию Pick-to-Light и как ее использует робот. So we can see that the robot is 2.5 times quicker than the person. Мы видим, что робот в 2.5 раза быстрее, чем человек. So the robot has a camera at the end of the arm and it recognizes the product and it also can change the gripper to pick up heavier items. И мы можем заметить, что робот использует камеру, которая расположена на конце руки, для того, чтобы идентифицировать объект и вместить его в ячейку, а также он может изменять свой захват для того, чтобы поднимать более тяжелый объект. So our next video is a goods-to-person system. This was first introduced by a company called Kiva. На следующем видео я хотел бы продемонстрировать систему товар к человеку. Впервые она была введена компанией Kiva. Amazon asked Kiva to install the system into one of their warehouses.
Компания Amazon попросила компанию Kiva ввести эту технологию на одном из складов. Amazon was so impressed with the system that they actually bought the company. So Amazon now owns Kiva. Amazon настолько понравилась эта технология, что они купили компанию Kiva, и сейчас компания Kiva является дочкой компании Amazon. So we can see that product is brought by a robot, the shelves on the robot to the person to pick the items. И как мы замечаем, это робот, который выбирает товары, перевозит его уже к работнику для того, чтобы он совершил уже дальше операции. As a supply chain consultant and warehouse consultant, my one worry about the system is the not using the full cubic capacity of the warehouse. И как консультант по цепочке поставки я могу сказать, что единственная проблема в том, что они не используют всю площадь склада. So we can see that they are using 2D barcodes on the floor so that the robot knows exactly where it is. И как мы видим, для того, чтобы определить положение товара на складе, используются штрих-коды. And finally, in terms of robotics, we have another final video. И в завершение темы о роботах я хотела бы показать еще одно видео. So we can see that the robot has been designed for very harsh Russian winters. Мы можем заметить, что этот робот годится даже на суровых русских зимах. But as you can see, it is very lifelike. Но как мы видим, он очень неуклюжий. Albeit still much slower than a human. И все еще гораздо медленнее, чем человек. Again, as you can see, the robots are using 2D barcodes or QR codes to recognize the product that they need to pick. И как вы видите, роботы используют штрих-коды или QR-коды для того, чтобы определить, какой товар им необходим. I am told that the robotics company went to an Amazon warehouse to see how they treated their staff. And this is why they came up with this robot. И как я уже говорил, компания, представляющая роботы, пришли на склад Amazon, чтобы посмотреть, как же обращаются с персоналом и вот с чем они сталкивались. That's not true, though. Я надеюсь, что это на самом деле неправда. So you can also see that even robots decide that they want to leave work because of how they are treated. И вы можете заметить, что даже роботы решили покинуть такое место работы из-за того, как с ними обращаются. So it will be interesting to see how many years hence we will actually see robots actually taking the full place of people within the warehouse. И достаточно интересно, сколько лет нам потребуется на то, чтобы полностью заменить персонал людей на роботов. So, interestingly, Amazon are now taking out patents in the United States for different types of warehousing. И сейчас в США компания Amazon патентует несколько новых видов складов. So, Amazon have designed an airship to actually hold product above a city and will then use drones to make the delivery.
Компания Amazon запатентовала и спроектировала дирижабль, который будет летать над городом, а для доставки товаров будут использоваться дроны. Apparently, it uses less energy if you can drop it from an airship rather than launch it from a warehouse, as we will see in the video. На то, чтобы доставить такой товар с дирижабля, будет использоваться гораздо меньше энергии, чем если бы мы его доставляли со склада. So this is an Amazon warehouse, and their idea of delivering to people's homes using drones. На этом видео представлена компания, склад компании Amazon, и их идея доставки товаров через дрон. So you can imagine with all of the Americans with their guns shooting the drone down and receiving a prize every time they hit the drone. Вы можете себе представить этих американцев с оружием и попытками пристрелить этот дрон и потом получающим себе жалобы. I'm still not sure that it is going to revolutionize the last mile delivery. Я все еще не уверен, что это произведет революцию в доставках. Not everybody has a big garden where the drone can land on. Не у всех из нас есть большие сады, где может приземлиться дрон. Another option, because of the cost of land, is to build the warehouse underground. Еще одним выходом, если мы думаем о высокой стоимости земли, является строительство склада под землей. Amazon have taken it a step further. Amazon пошел еще дальше. By actually holding their stock underwater. И предложил хранить товары под водой. So this is another patent that they have taken out in the United States. Вот концепция еще одного склада, который они уже запатентовали в США. As you can see, every time somebody orders an item, a message is sent to the item itself. A balloon will then blow up and then bring the product to the surface. Как вы видите, все товары находятся на дне, и при помощи голосового сообщения надувается воздушный шар. И товар с этим воздушным шаром всплывает на поверхность. Again, I think this is more about marketing than it is about logistics. И я думаю, что это все-таки больше маркетинговая идея, чем идея, которая действительно применима в логистике. And finally, the question that a number of people are asking now is, will we require warehouses in the future? The introduction of 3D printing. И, наконец, я хотел бы подчеркнуть этот вопрос, который все чаще сейчас задают люди. Будут ли нам необходимы склады в будущем с введением таких технологий, как 3D-принтер? So, to finish off, one video on 3D printing, or they call it additive manufacturing. И я хотел бы закончить, показав видео с использованием 3D-принтера или так называемого дополнительного производства. So this could revolutionize maintenance stores operations. Это может произвести революцию в управлении и в управлении складами и магазинами. So this 3D printer is printing in metal. Этот 3D-принтер может печатать, используя металл. So, if you imagine that you have a 20-year-old car that requires a spare part. И только представьте, если у вас есть машина, которая уже 20 лет, и ей необходима какая-либо запасная часть. Instead of holding a lot of stock of that part. Вместо того, чтобы хранить огромное количество запасов, таких запасных частей.
print it at the garage. Вы можете просто напечатать ее в своем гараже. And there is also now the option of having your own 3D printer in your own home to print products as well. А также есть еще такой вариант, как вы просто покупаете 3D принтер для того, чтобы печатать товары уже дома. It still takes quite a while to print, but it could, as I say, revolutionize a number of companies' stockholding requirements. Да, все еще требуется какое-то время на то, чтобы напечатать товар, но это может произвести революцию в хранении товаров у компании. And many of the products that are 3D printed are a lot lighter than their equivalent. И продукты, которые были напечатаны на 3D принтере, гораздо легче, чем те, которые мы можем купить. So, in terms of the future, it's still quite uncertain, but there is a lot of technology out there to assist us now as logistics managers. И если уж говорить о будущем, то все еще не определено, но если так уж говорить, то сейчас развивается множество технологий, которые нам помогут как менеджерам по логистике. And now for the embarrassing part. И сейчас немножечко рекламы, которая меня смущает. Alexei asked me to talk a little bit about my book. Алексей попросил меня представить свою книгу. So I started writing this back in 2011. Я начал работу над этой книгой в 2011 году. And it has now sold approximately 12,000, or just over 12,000 copies. И сейчас уже продано более 12 тысяч копий. And I'm very pleased that Alexei and his company decided to translate it into Russian so that it had a much wider audience. И для меня честь, что Алексей и его команда решили перевести эту книгу на русский, чтобы у нее появилась гораздо более широкая аудитория. So the book has a number of case studies. It also has links to videos as well. So again, rather than read about a technology, you will also be able to find a video online to actually see the technology at work as well. В этой книге описываются некоторые кейсы, и также еще содержатся ссылки на видео. И вы можете не только читать о технологиях, но и найти видео онлайн, чтобы посмотреть, как они действительно работают. So, thank you very much. I hope you enjoy the rest of the conference. And I will be around if anybody has any specific questions. Я хотел бы вас поблагодарить за эту презентацию, и если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их сейчас задать. And thank you, Nadia. Спасибо, Надя.